equilíbrio. Oi, senhoras e senhores. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостью будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, сущего гробе живот дорога. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, сущего гробе живот дорога. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, сущего гробе живот дорога. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Твоей силы, Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Своему Сыну и Святому Духу. И ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Твое царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Встав после сна, преподам к стопам Твоим благи. И ангельскую песню возглашаю Тебе сильно. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти ли от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети, сердце, открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы, Богородицы, помилуй нас. И ныне всегда и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, деяние каждого обнаружится, со страхом воскликнет помощь. Свят, свят, свят Ты Божий. Молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизнь мою и беззаконие мое, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое и ныне, просвети мои мысли, чтобы мне получать слово Твоему. Уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать Тебе, петь имени Твоему Всевышнему, когда враги мои обращены назад, то проткнутся и погибнут в лице Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле, судья праведный, Ты вознегодовал на народ и погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. Врага совсем не стал оружие, и города-то разрушил. Погибла память их с ними.
Но Господь пребывает во веку, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народом по правоте, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на сегодня, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетенных. Помилуй меня, Господи, возри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои в вратах чрева Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли, они запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да сунется народы в лице Твоем. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами измышляют. Ибо нечестивый хвалится Бог от души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельные, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот, не преклонится мне, не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагубы. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегают в потаенном месте, как лев логовищный, подстерегают за сами, чтобы схватить бедного, хватают бедного, увлекают в сети свои, сгибаются, прилегают, и бедные падают сильные копья его. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных Твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, Ты не взыщешь, Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоей рукой. Тебе предает себя бедный, сироте Ты помощник, сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда, исчезнут язычники из земли его. Господи, Ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Бог. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне
не подвергаясь осуждению от крикма, но достойно устало хвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Поставь подсная, посреди ночи приношу Тебе песнь спать, припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть от греховной смерти, но жалься надо мною. Добровольно распявшийся, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгрешный день, Христе Боже. И спаси меня, владыка человеколюбчий, встав после сна я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и источник и податель всякого блага. И на Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обилию Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем, исполняя Твою волю, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущих, озирающих долы земные, наблюдающих сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. Очисти нас от всякой нечистоты, плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожившей ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас не лежащими сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный плести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела. Прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами
Отгони от меня ничтожного, несчастного, раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверные, лукавые, умные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих и бренных слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и помыслов, и освободи от всякого злого воздействия, ибо ты благословенна от всех родов, и твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословен между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, и благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силой креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им твои земные и небесные блага, не лиши их милости твоей, посети их, укрепи силой твоей, даруй им здравия и спасения души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все грехи, вольные, невольные, даруй им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Богу Господи, на тебе воссия. Ликуй ныне и веселись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстание Рождества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моих ради пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Игнат Тихонович, молитесь, сто поклонов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Господи, сохрани наше сокровище здесь и в пути книги, через которые люди находят Тебя. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя за эту ночь. И от самого рождения Ты хранил меня.
не покинет в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать и никому не завидовать. И каждому даруй жилье Сергею Гавриилу. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас. Святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными лея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь нам жажду к исследованию Священного Писания, ибо мы через них думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Сминский, Устин, философ, Косма и Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис, Игорь. Да укрепит Господь народ свой, верующий в Него, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Аллилуйя, и дай веру добрую Анфимов, Вениамина, и устраши родителей заложенное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь в святой православной вере, а замысли еретиков, Господи, развей и в ничто преврати, избавь русский народ от нашествия, ереси всего, что не славит Тебя. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливости женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Боже всемогущий, хвала Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создание свое. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Услыши нашу молитву, Господи, благодарствуй.
за все Твои милости и щедроты, что сохранил нас в пути и возвратил в сохранности, и дал силы потрудиться. Аллилуйя! Благослови и сохрани митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священной Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, паству их, и весь священнический, иноческий чин, и вышли истинных служителей миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинств своих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. И сохрани их от покушения на них. Владимир, Дмитрий, Александр, Дональд, Рамзана, Петра, Александр, Дагена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступление от Тебя. Да будет весь день посвящен прославлению Твоего имени и дел Твоих, Христе, Боже наш. Аллилуйя! И сохрани нас здесь от всякого рода зла и греха. Ты жизнь продлил, разум сохранил, дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам, Господи, добрых помощников, наставников и советников. Сохрани нас здесь селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И сохрани здесь исцеление наше от пожара и от недобрых людей, злодействующих денно и ночно, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря Серафима, Алексея, Иосифа. Даруй ему духовное рождение свыше. Благослови Романа, Владимира, Никиту, и пошли добрые жители с детьми, и сохрани школу, помилуй нас, Господи, помилуй нас. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, и Виктора, Сергея, Себастьяна, Людмилу, Нинолю, путешествующую. Расширь пределы общины, найди новые души, и всех побуди на благовестие, аллилуйя. Спаси и помилуй Дмитрия Марковича. Валентину Алексея, Валентину Надежду, Валентина Павлина, вразуми ее, Господи, Боже, Марина, Дмитрий, Олега Алексея, и обрати, дай веру погрязшим в несчастье, злодейству, хулы на церковь Александра Германа, и дай им победу. И сохрани наше сокровище, сайт и форму, что здесь есть, и трудящихся. Даруй силу болящим все перенести, страдания, прославляя Тебя. И пошли им исцеление Сергея, Алексея, Александра, Александра, Анну, Владимира, Валентина, Валентина, Марию, Антонину, Игоря. Благослови нас и помилуй, Христе Боже наш. Воззри на врагов, разруши их замыслы, плывущие против истины. Закрой их лживые уста и в судный день не помяни их безумие, ожесточение, клеветы. Благодетели, благослови Елену, Евгения, Евгения, Наталья. Владимир Алексеевич, путешествующих Людмилу, Льва, Раису, отступникам Николая, Михаила и всех их найди, обрати, наставь, и от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея,
Александра, Владимира, Игоря. Все наше родство найди, Екатерина, Кирилла, Валентина, Ирина, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Аллилуйя, слава тебе, Боже наш, слава тебе, сохрани место сей, где мы можем преклонять колени пред тобою. Научи нас всегда искать единение тебе и проверку дел своих во свете Библии. Будь милостив к народу своему, не по грехам нашим поступи, а по милосердию твоему и долготерпению. Аллилуйя! Пошли добрых работников для работы с детьми. Мы так в этом нуждаемся, и все необходимое пошли. Аллилуйя! Господи Боже мой, слава Тебе! Боже всемогущий, хвала Тебе! Аллилуйя! Господи, помоги, исправь непокоревые жены. Галина, семейство Евгения, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Марина, Люда, Елена, Людмила, Галина и Анна. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе! И говори, Господи Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аллилуйя, аминь. Доброе утро, Христос воскрес. Так. Воистину воскрес. Даю небольшой здесь материал, пояснение в помощь для молитвы. Он называется у нас «Итак, бодрствуйте». Это из книги «К истинному православию». Потому что дьявол сошел на землю великой ярости, ища кого поглотить. Иногда он идет в лобовую атаку, просто гонения воздвигает. Разные гонения с первого века. А иногда хитростью, под разными предлогами, болею. Люди начинают заботиться о своем здоровье больше положено. А вот утром полежи. Сегодня уже ученые доказывают, когда люди говорят, вот сегодня воскресенье, надо отоспаться, то он целый день сонный. Из ритма нельзя выходить. Ни выходные, всегда в одно и то же время надо вставать на молитву. Вот это самое главное. А что говорят, там придумывают, а потом опровергают, что это не так. Ну что ты, будешь спать 24 часа и пожарники пойдешь? Нет. Трудись для Бога, и Бог даст здоровье сколько Ему угодно, не нам. По милости Христовой мы не погибли благодаря Его милости. И вот поэтому из этого материала берем, когда люди издеваются над делом Божьим. Вот привезли ребро или что, святителя Николая еще дотворца на Алтай. И тут такой ажиотаж опять. И вдруг в журнале Андрея Кураева появляется материал. Мне сказали, а посмотрите, и он прямо ссылается, материалы взяты от Игнатия Лапкина. Сегодня считают, что более глубокого, более сильного исследования по этому материалу о мощах не было.
взято все из Писания, из житий святых и святых отцов. То есть дело-то не одного дня, а несколько лет. И он все приводит. Народ-то ничего не знает. Занимается белый магизм, как Петр Мещеринов говорит, игумен Данилова монастыря патриархийный. И вот 21 июля житие святого Симеона Юродивого. Где его мощи? Нету. И нету, исчезли, не могли. Еще даже несколько волосинок патриарх хотел взять на память, и рука отсохла сразу. А сегодня не отсыхают, руки пилят и прочее. Значит, никакие это не святые. Вывод-то один напрашивается. Значит, изменение обстановки. А Христос-то один и тот же. Иначе бы руки-то сегодня подсыхали у всех. 21 октября Илларион. У тела украли, а тут никто не украл. Это за положительный момент считается. 15 июня. Иеронимский. Был сам величайший защитник православия. В 420 году умер. Еще до разделения далеко. Ни западная, ни восточная церковь. Единая церковь. Но он почитается у западной церкви, у католиков, как у нас Златоуст. И он пишет. Двоеточие. Меня ежедневно спрашивают о моей вере. Требуют письменного исповедания. Я отвечаю, а они не верят. Вот мне каждое слово близко, у меня 50 с лишним лет, точно так же. Исследуют и исследуют, еще ничем не занимаются. Сатана их науськал, они ничего не могут добиться. У меня все время новая работа. Почему? Ну, благословение Господне. Вот ездили мы на попутно сказать сюда, как Бог благословляет. Были в Потеряевке, приехали в пятницу, полдня проработали, проехали все пруды, там вода бьет, бобры подтащили плотину из глубины, и там нигде не достать. Там мы все сделали, запечатали, вода не выходит. Ну, на 2 метра она теперь ниже будет, это большая потеря, но Бог знает, может быть, родники помогут. И вот за 2 дня столько успели. А вчера приехал митрополит Сергий, патриарха московского, ну, он там, раз патриархии-то, приехал со своими священниками, и уже, как он на литургии был, я уже выставил, за ночь закачалось, будет 3 ролика всего. Впервые записали полностью службу архиерея, как мы его встречаем и как заканчивается, фотографироваться начали. А потом трапеза, полностью всю трапезу. И я слово там буду говорить. Слово, которое всегда по благословении митрополита я благословлюсь. И потом концерт тоже до отправки. Дождь был. Как они проехали? Ехали отсюда, застряли они. Своей силой вытаскивали машину. А то уже созванивались с ними. Дождь непрерывно идет. Как архиерей ехать к нам, так дождь. Я потеряю, как уезжаю, в этот день обязательно дождь. Ну, почти всегда. Почему? Бог испытывает нас. И приехал, и притом, представьте, все-таки 3 часа, маленько запоздали они, ну, минут на 45. На службу пришла прекрасная, благословенно так все было. Притом, все это вы увидите. Нам никто не препятствовал снимать. Я привез очень много материалу. А всего-то 2,5 дня. Вот у меня там 2 голубятни было, одну теперь у Никиты устроил, 3-я. Все там подготовил. Ну, благословенно. Едем домой радостно, и сами не застряли. А возил Игорь Дыбунов, он больной, там стоять даже не может, ноги у него там все. И все равно съездил, свозил. И в 2 прудах искупался он, пока еще там никто не купался, как мы запрудили их. Он, вот, понимаешь, как все к месту так. Когда в конце смотришь, только одно – радость и благодарение. 25 января – житие Григория Богослова. Народ ересь принимал за истину, а еретиков посчитал как истинных христиан. Это все было. Но вот Григорий Богослов, ну теперь Иоанн Златоуст, Василий Великий – это такие великие, всех вместе. Ну, еще подобное. Об них ноги вытирали и плевали, как хотели. Народ – не просто 1-2, а народ. Ересь принимал за истину. Ну, как будто сегодня это.
Вот на нас нападает сектант. То есть, а что сектант? Он увидел. Ничего нет. Вот только выставил ролик. У нас идет богослужение. Литургия красочная, чистая, святая. Такой порядок в церкви. Уже зашли, уже клевещут. Уже зашли. Уже матерками прямо кроют, что сектанты. Ну, сектанты, значит, Сергий сектант, священники там, игумен кто был, Филарет, все сектанты. А кто скрылся, ни имя, ни фамилии нету, ну, демон. Демоны, это демоны нападают, это не человек. Кричали люди, сойди с креста, Златоуст говорит, это они только рот развивали, так кричал-то дьявол. Дьявол кричал. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. 2 Коринфянам 5.3. То есть не обольщать себя. Одетыми, то есть когда душа войдет в тело, это одежда. Тело – это одежда души. А у тела, сказать, у души тело одевается в тело. А у тела – это наша одежда. Только бы нам одетым не оказаться нагими, когда воскреснем. Чтобы были одеты делами милосердия, милостыней. И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили перед Господом Богом нашим, не слушая гласа Его. Варух 2.5. Осознание. Почему так в России живут люди за чертой бедности и прочее? Вот причина какая. Не слушали гласа Божия. И вот что переживал царь Николай, когда он сидел арестованный и видел, куда Россия катится. Какие вурдалаки, какие ужасы над страной. Кто пришел к власти? Убийцы, людоеды, это, которые хуже Гитлера даже, сравнивать-то не с кем. Уж Гитлер – это крайняя степень служения дьяволу, а эти еще хуже. Еще. Тот хоть не преследовал, церкви были открыты. А тут все подряд уничтожалось. Не могли кровью насытиться. Здесь ленинцы все были, ленинцы. Самая гнусная личность. Не могут похоронить. Засеянные поля внезапно явятся, как незасеянные. И полные житницы окажутся пустыми. 3 книга Ездры, 6 глава, 22 стих. Вот как будет. Оно вплотную подошло. Сегодня почти везде идет подмена крещения лжекрещением. Без научения, без погружения миллионы уже умерли. Где будут они некрещенные, даже и подумать страшно. Святые праздновали подмену, хотя обман. Так это в церкви. Так в церкви главную подмену сатана и делает. Принимает вид ангела света. 14 ноября Филипп Андорский. Дьявол пришел в образе монаха и стучит в дверь. А у них так, чтобы кто здесь говорит, сотвори молитву. Ему тот, который там за дверями стоит, нужно говорить, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. А этот, который в комнате, отвечает, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. А тот за дверью отвечает, и ныне, и присно, и во веки веков. Филипп не открывает и говорит, ты читай как надо. Слава Отцу и Сыну молчит, и до 3 раз. А из-за двери настойчиво учит пришедшего, не зная даже, кто это, и учит уставу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Повторять же эти слова уже было некому. Гость, в кавычках, провалился. То есть этот демон, бес, сгинул. Есть секта, которая называется Церковь Христа и Церковь Живого Бога. Но такого названия достойна только Святая Православная Церковь, идущая от начала, от Христа. Этих же еретиков следовало бы называть так. Секта под именем Церкви Христа. Я с ними встречался, какие они жестокосердные. Приехали. Все, все, икон нету. Нету. А церкви понятия ни у того, ни у другого. Тысячелетнее царство для них будет когда-то. Все главные пункты одинаковы, но все поврось. Или свидетели Иегова. А нужно было бы их назвать лжесвидетели, якобы от Иеговы. И в названиях подмена понятий. Отчего же гордится плоть присвоением необычных званий себе? Когда в Писании и в молитвах считаем о человеке саранча. Исайя 40, 22, Псалом 61, 10, 3 Ездры 6, 56. Человек – это черви. Псалом 21.7.
подобны слюне все народы, и легче пустоты. Обман, подлог, подмену легче совершить там, где тьма, слепота. То есть Писание не знает. Это Судьи 7, 20, 22, 4 Царств 7, 7. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращает, как и прочее Писание 2 Петра 3,16. Видишь, люди все переворачивают, извращают к собственной своей погибели. Ну, кто-то еще за ними пойдет. Все это кончится. Вера от слышания, а не от чего-то другого. Не от пения, не от видения, не от мощей, не от крестных ходов. Вера от слышания. А слушать надо только Слово Божие. Слушание Слова Божие. От Святой Библии научаемся. Беззаконник же, заколающий вола, то же, что убивающий человека. Приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса. Приносящий семидал, то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам в память, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, избирали то, что не угодно мне. Книга пророка Исаии, 66 глава, 3-4 стихи. Подмена и милостыни идет, и молитвы, и всего, что как задушенная собака и кровь свиньи. И от ненаученности жизни, яко свинья лежит в колу, так я греху служу из покаянного канона. И положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и о Египте уже не вспомнишь. Иезекииля 23, 27. Все на этом сегодня. Я займусь событиями дня, ну и прощаюсь со всеми. Мы приехали, все по благословению, везде молитва, радость такая. Своими глазами все это увидите. И мы как работали, и это тоже будет выставляться, ну, может, через неделю. Материал у меня лежит. Вот. Сергей Пупков, если ты слышишь, ты дай мне ответ там как-нибудь. Когда ты подъедешь, чтобы сделать, что обычно здесь делаем? Во сколько сможешь подъехать? В районе обеда. Все, благодарю. Я отхожу, закрываюсь, ухожу совсем. События дня не буду насчитывать. Люди расходятся, мало остается. Поэтому отключаю нас всех. Спасибо. Аллилуйя. Благодарю всех, дорогие мои.